Нет-нет, это не коллектив из Беларуси, это напоминание об одном из постоянных и многолетних участников Нурийских фестивалей, труппе Бориса Эйфмана, привозившей на казанские фестивали авторские адаптации мировой классики, будь то Анна Каренина, братья Карамазовы или Онегин. В движении фестиваля наступает момент, когда сцена на день-два предоставляется гостям с продуктом, который тут и не снился. В прошлом году это был Дортмунд-балет, показавший сказки Венского леса, мистико-инфернальную историю о поединках мертвецов, несчастной любви на земле живущих, сдобренной изящной музыкой Штрауса. Как известно, билеты на Нуриевский были проданы в кассе театра за один день. Под общий ажиотаж размели билеты и на гостей из Республики Беларусь. Коллектив привез продукцию 40- и 30-летней давности, поставленной советско-белорусским хореографом Владимиром Елизаревым и голландским автором Иржи Киллианом. Знакомство с экспериментами на сцене прошло не без искры любопытства и сравнительного анализа от чего-то уже увиденного. Сколько людей, сколько и мнений. Дирекция театра старается разбавлять репертуар современными постановками, что время меняется и нельзя закрываться только вот в классическом репертуаре. Театр должен развиваться. Константин Кузнецов уже бывал в Казани на Нуриевских фестивалях, показывал Петра Леонтьевича в Анюте Владимира Васильева. Спивающийся отец несчастной поначалу девушки в исполнении гостя словно сошел с иллюстрацией к рассказам Чехова. «Анюта» — это настолько гениально выстроенный спектакль режиссерский, настолько ясны задачи и настолько как бы есть возможность для маневра актерского, что как бы это скорее удовольствие в нем участвовать. Вечера с белорусским балетом прошли по нарастающей. Сначала Кармен-сюита с нарочитым минимализмом и эстрадно-цирковыми красками, плотно закручивающиеся болеро Равеля, выполненные как священный танец боя, или фривольные эротические шлепки и юмористические сценки в шести танцах на музыку Моцарта. Зрителю пришлось пройти экзамен на усидчивость, чтобы в конце вечера получить массу эмоций. Наш зритель, мне кажется, все любит смотреть. Ну, классику весь мир любит смотреть, естественно, она легче читается для зрителя. А здесь, чем ценная хореография именно Валентина Николаевича, что она очень эмоциональная. И если человек пустой на сцене, то спектакль не удастся. Все нужно через эмоции передать. Казанский зритель получил качество, которое, очевидно, демонстрирует потенциал Большого театра Беларуси. Как и в прошлом году, казанские зрители были полярны в суждениях от увиденного. Понравится абсолютно всем, задача не из простых. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».